более полугода жители Донецка и Луганска получают помощь из России. Конечно, в первую очередь им нужны продукты питания, но акция по сбору книг – это желание поддержать ту молодежь Юго-Восточной Украины, которая любит и уважает русский язык. Жители хотят говорить на русском языке, читать книги на русском языке. И поэтому каждый житель города Сочи в наш волонтерский центр может принести книгу на русском языке, либо это какая-то общепризнанная, да, литература, это русская классика. Желательно, чтобы это были по возможности сказки для детей на русском языке, русские какие народные сказки. Книги должны быть в приличном виде, опрятные, то есть они не обязательно должны быть новые, но для того, чтобы мы могли их впоследствии передать жителям Донецка и Луганска. Сейчас на фоне сноса советских памятников и борьбы Министерства культуры Украины с историей акция по сбору книг выглядит очень патриотично. По сути, это защита прав жителей Донбасса и их выбора говорить и мыслить по-русски. С удовольствием поможем деткам Донбасса. Направим все, что вот есть книжки, какие те, которые уже детки наши прочитали. С удовольствием будем рады тому, чтобы дети на Донбассе также не забывали русский язык, литературу русскую. У меня уже внук взрослый, поэтому как бы что осталось с них, если осталось. Очень хорошая акция, потому что все-таки люди попали в такую ситуацию очень трудную. Я считаю, что все, кто может помочь, должны в этом участвовать. Сочинцы решили откликнуться на просьбу Департамента молодежной политики Краснодарского края. И если одни пообещали принести прочитанную литературу, другие направились в книжные магазины, где изобилие новых детских книг. Я к акции по сбору книг на помощь Донбассу отношусь положительно, потому что надо помогать. Если будем помогать всем, так будет всегда хорошо. Я поддерживаю все сказанное моим товарищам, то, что нужно помогать. Конечно, тоже куплю, наверное. Недавно в 9-й гимназии отправляли в Донбасс еду, игрушки всякие. И вот сейчас узнал о акции. И, может быть, куплю даже книги какие-нибудь или найду у себя дома прочитанные и отправлю тоже. Буду рад. Принимают книги в Центре развития волонтерства по адресу улица Советская, 26А, за зданием Госуниверситета ежедневно с 9 до 18 часов по будням. 25 января машины с детскими книгами уже отправятся в Краснодар, а оттуда в Донецк и Луганск. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.